Так, ну давайте продолжать. Сейчас выступит Дадикова Дарья, сотрудница Гришина ГУ. Давайте поприветствуем ее. Здравствуйте. Прежде всего, большое спасибо организаторам за приглашение выступить. И перед началом, собственно, своего доклада я бы хотела сделать пару замечаний под эгидой доклада Андрея Борисовича Островского «Астрофизика. Задачи для всех». Название мне очень понравилось, и в этом смысле я хотела бы привлечь ваше внимание к нейтронным звездам. Нейтронными звездами занимаются очень несчастные астрофизики. Занимаются они, ими как-то так сложилось исторически, потому что нейтронные звезды в космосе, видимо, поэтому считается, что это задача для астрофизиков. На самом деле нейтронные звезды — это очень сложная ядерная физика. Очень сложная ядерная физика и АТО в первую очередь, разумеется. Очень сильные поля, очень большие плотности. Все это астрофизикам очень тяжело и глубоко непонятно. Это типичная задача для теоретиков, которую они не замечают, мимо которой они проходят. Элементарно, очень многие проблемы физики нейтронных звезд связаны с тем, что уравнение состояния вещества, то есть отношение плотности и давления в веществе, да, как они связаны между собой, оно астрофизикам неизвестно. Поэтому судить о внутренней структуре вещества, о том, как оно реагирует на магнитное поле, да, как оно, какое оно конкретно обладает плотностью и так далее. Потому что плотность атомного ядра — это, конечно, хорошо, но это там плюс-минус, да, там порядки какие-то. Поэтому эта задача очень интересная. Если кто-то интересуется ядерной физикой, я рекомендую вам ознакомиться. Там есть проблематика, а самое главное — там есть наблюдение. Почему мы все сегодня распинаемся про астрофизику и космологию? Потому что на самом деле сегодня астрофизика и космология — это единственные адекватные полигоны для тестирования физических теорий. Где вы найдете такие плотности, где вы найдете такие масштабы, где вы найдете такие поля? Нигде. В земных лабораториях. Те вот самые ТЭБы на Большом адронном коллайдере — это, конечно, круто. Но начальная стадия эволюции Вселенной, рядом с ними Большой адронный коллайдер даже рядом не валялся. Именно поэтому мы сегодня все об этом говорим. Так что вот, ядерные физики, нейтронные звезды — ваша тема, имейте в виду. Итак, вообще-то я сегодня собиралась говорить про фундаментальные основания и проблемы современной космологии. Вот план доклада. Многое из этого, в принципе, в той или иной степени было уже сегодня освещено, но я буду останавливаться именно на космологических аспектах всех этих вопросов. Значит, наблюдательные данные, лежащие в основе современной космологии. Практически про все про это Андрей Борисович Островский замечательно рассказал. Я коротенько по всему этому тоже пробегусь. Значит, ускоренное расширение Вселенной. Очень много всего говорили. Наблюдения многочисленные приводят нас к выводу о существовании некоторого неизвестного вида энергии с отрицательным давлением. Отрицательное давление — это антигравитация, то есть гравитационное отталкивание. Реликтовое излучение — основное наблюдение, лежащее в основе теории горячей Вселенной, теории Большого Взрыва. Вот карта распределения интенсивности реликтового излучения по небу — то самое, о чем говорил Андрей Борисович Островский. В целом достаточно однородно, то есть вот вроде кажется, что неоднородно, но на самом деле это флуктуации там на уровне 10⁻³, там -4 очень маленькие на общем фоне. Проблема скрытой массы тоже очень много сегодня говорили, то ли она есть, то ли она нет. От себя добавлю только, что
проблема темной массы не всегда трактуется физиками как какие-то летающие там частицы. Да? Сегодня почему-то про темную материю говорили только как про какое-то вещество, которое в космосе летает. Совершенно не обязательно это вещество. Быть может быть, тот гравитационный потенциал, который мы используем при своих расчетах, на масштабах галактики имеет на самом деле не совсем такую форму, как на масштабах нашей Солнечной системы. Он, может быть, на этом масштабе гравитация уже работает немножечко не так, как мы привыкли. Так что, может быть, это, конечно, все-таки ошибки в наших расчетах, а не то, что там 30% вещества летает непонятно какого. Далее, следующее наблюдательное основание космологии это крупномасштабная структура Вселенной. Это однородность на самых больших масштабах. Какие масштабы считать самыми большими, очень сильно зависит от человека, который об этом говорит, там от 100 до 1000 мегапарсек, ну, в среднем где-то в основном в работах называется цифра 200 мегапарсек. Что значит однородно? Вот часть картинки, которую Андрей Борисович сегодня показывал. Однородно это значит, что если вы возьмете кубик, вот такой вот, вырежете с ребром в 200 мегапарсек, и где-нибудь подальше от него возьмете еще один кубик с ребром 200 мегапарсек, усредните там плотность, у вас получится примерно одно и то же. Вот это значит однородность. И также это значит, что вот эта вот структура, она фрактальная, то есть она самоподобная на достаточно большом интервале масштаба. Вот тот факт, что Вселенная имеет именно эту структуру, а не какую-то другую, он должен воспроизводиться той теории гравитации, которой мы с вами оперируем. Распространенность легких химических элементов, про это Андрей Борисович тоже говорил. То есть что мы имеем? Первые, так называемые первые три минуты легендарные существования Вселенной, она представляла себя один сверхбольшой термоядерный реактор. Температуры и плотности были такие, что происходили реакции термоядерного синтеза, генерировались ядра гелия и лития. Все остальные элементы, кроме водорода, гелия и лития, в астрономии называются тяжелыми, а иногда даже металлами. То есть все, что дальше лития, это как тяжелые металлы в астрономии. И вот первые три минуты синтезировались ядра легких элементов. Так вот, выход вот этих вот элементов, сколько их синтезировалось относительное обилие, зависит от того, от параметров ядерной физики, которые мы используем при расчетах вот этого термоядерного синтеза. Да, термоядерный синтез все-таки дело не астрофизиков на самом деле. И из обилия легких химических элементов, наблюдаемого нами во Вселенной, можно делать параметры относительно, можно делать выводы относительно ядерной физики, например. Очень интересный факт, что из параметров, из распространенности легких химических элементов можно сделать вывод о том, что во Вселенной существует ограничение на число типов безмассовых нейтринов, которое совпадает с ограничением, полученным на ускорителе. То есть три максимум типа безмассовых нейтринов существует в нашей Вселенной. Выводы теории горячего нуклеосинтеза на ранних стадиях эволюции Вселенной подтверждаются наблюдениями, относительно недавно были открыты на очень больших расстояниях от нас газовые облака, состоящие из одного только водорода и не содержащие никаких тяжелых элементов вообще. То есть действительно, когда Вселенная была очень молодая, она состояла только из легких элементов. Гравитационное линзирование, следующий наблюдательный факт, вот это две самые известные гравитационные линзы, Чеширский кот, так называемый, и крест Эйнштейна. Гравитационное линзирование позволяет нам, на самом деле, судить об очень многих вещах. Во-первых, это наличие распределения скрытой массы во Вселенной. Существует не только вот такое вот большое, красивое, яркое гравитационное линзирование, есть так называемые микролинзовые события, когда объект, который сработал как гравитационная линза, был маленький. Тогда у вас итоговое изображение маленькое, не яркое, но оно есть. И таких микролинзовых событий, как можно догадаться, во Вселенной намного больше, чем таких вот ярких и красивых. И в основном, когда вы видите микролинзовое событие, то вы не видите объект, который сработал как линза. Таким образом, по количеству микролинзовых событий вы можете примерно прикинуть, сколько вы там всего не видите. Да? Понятно, что не полностью, не дать точную оценку количества невидимого вещества, но в целом какой-то дополнительный вклад в невидимое вещество вы можете оценить.
Разумеется, картина гравитационной линзы позволяет вам судить о параметрах глобальной геометрии пространства-времени и о верности той теории гравитации, с помощью которой вы можете рассчитать вот эту гравитационную линзу. Да? То есть граф линзирования — это предсказание о том, она дает формулы, с помощью которых вы можете картину вот этой вот линзы рассчитать. И, соответственно, глядя на линзу, можно то проверять. Но, разумеется, если вы видите, например, далекую галактику, которая сработала как линза, то, опять же, по картине гравитационного линзирования вы можете массу галактики оценить, сравнить ее с светимостью, то есть с количеством света, которое получаете от этой галактики, прикинуть массу, опять же, тест на наличие скрытой массы в этой галактике. Ну и вот все эти наблюдения приводят нас к картине современной геометрически плоской Вселенной с метрикой Фридмана, Робертсона, Уокера с космологической постоянной. Вот здесь основные параметры краха вот этой модели. Она называется лямбда-CDM, то есть модель с космологической постоянной и темной материей, проще говоря. 30% обычного вещества, примерно из которого 23 приходится на темную материю, около 5 на обычное вещество. Вещество считается пулевым, то есть без давления. 73% темной энергии, кривизна пространства времени около единицы. Все эти наблюдательные факты легли в основу теории Большого взрыва. Надо рассказывать про теорию Большого взрыва коротенько, или все примерно представляют себе, из чего там она состоит, теория Большого взрыва, из каких смыслов? Рассказать. Ну, я так быстренько, а то мы тут все знаете, сколько целая тема отдельной и не одной лекции. Значит, в какой-то момент происходит рождение Вселенной. Из той самой пресловутой сингулярности. Слово «сингулярность» значит «не знаем из чего», «из чего-то происходит». Там теория наша не работает в том месте, откуда эта Вселенная рождается. Собственно, вот красивая картинка, подготовленная космическим центром НАСА, специально вот лекции, как у нас. Значит, в некоторый начальный момент происходит рождение Вселенной. Начинается практически сразу же стадия быстрого расширения или инфляции. Инфляция — это, собственно, и есть быстрое расширение Вселенной за счет энергии некоторого скалярного поля. Термин инфляция, он вообще-то взят из экономики. Когда у вас рост денежной массы пропорционален самой массе, это называется инфляция. Так вот, у вас здесь скорость удаления двух точек друг от друга в процессе инфляции пропорциональна расстоянию между этими точками. Поэтому это тоже называется инфляция. Очень быстрое экспоненциальное расширение Вселенной происходит, она раздувается, очень быстро остывает, доминирует во Вселенной скалярное поле. Картинка классическая, которая в научно-популярной литературе для этого момента истории Вселенной приводится, это представьте себе ямку потенциальную, и шарик в нее катится. Да? Вот так же скалярное поле, грубо говоря, катится в свою потенциальную ямку. Потенциал этот имеет сложную форму, то есть непростая там ямка, все довольно. Поле имеет несколько минимумов. Уравнение состояния этого поля таково, что вот оно приводит к расширению Вселенной. Я сейчас очень, конечно, схематически рассказываю, потому что иначе это все очень надолго. В какой-то момент Вселенная расширяется настолько, что скалярное поле перестает в ней доминировать, а потенциальная энергия, запасенная скалярным полем, выделяется в виде горячей плазмы частиц. Вселенная продолжает расширяться по инерции, расширяется, остывает. В какой-то момент температура падает настолько, что сначала формируются ядра атомов, потом вот это где-то к первой секунде, потом еще 3 минуты происходят те самые термоядерные реакции, в процессе которых генерируются легкие химические элементы. Вселенная в это время продолжает расширяться, остывать, и в какой-то момент остывает настолько, что электроны могут рекомбинировать с ядрами, плазма исчезает, Вселенная становится прозрачной, по сути, в этот момент формируется обычное вещество,
вот это вот самый момент, так называемое последнее рассеяние, фотоны, существовавшие в начальной плазме, в этот момент, грубо говоря, рассеиваются на веществе последний раз и уходят в пространство. Эти фотоны мы теперь видим в виде реликтового излучения, в виде космического микроволнового фона. В тот момент температура была около 3000 кельвинов. Реликтовое излучение имело эту температуру. С тех пор размер Вселенной увеличился, увеличился примерно в 1000 раз. Соответственно, реликтовое излучение остыло примерно до 3 кельвинов, температуры, которую мы имеем на сегодняшний день. Потом так называемая темная эпоха, обычное вещество уже родилось, но ничего интересного не происходит, Вселенная потихоньку расширяется. За счет гравитационной неустойчивости, сформированной в основном темной материей, начинают образоваться сгустки вещества, и в какой-то момент зажигаются первые звезды, ну, а дальше, в принципе, уже все понятно. Вот это так очень быстро, галопом по Европам, теория Большого взрыва. Теория Большого взрыва прекрасно объясняет практически весь интервал существования Вселенной, за исключением там, самого маленького начального момента. Это, конечно, физиков беспокоит, но не всех очень сильно. И, разумеется, теория Большого взрыва не объясняет настоящее ускоренное расширение Вселенной. Так, у нее есть нерешенные проблемы. Нерешенные проблемы теории Большого взрыва и современной космологии как таковой. В первую очередь это, разумеется, темная материя и темная энергия, о которых сегодня так много говорили. В чем проблема? Проблема в том, что, выражаясь современным жаргоном, это костыли. Да, они подставлены под теорию, чтобы теория не упала под натиском экспериментальных данных. Какая теория? АТОР. Да, собственно. Они введены в теорию искусственно, и это нарушает красоту общей теории относительности, которая изначально в своем виде имела очень такую логичную, имела очень логичный и лаконичный вид, о чем нам сегодня рассказывал Борис. Следующая проблема — это малость лямбда-члена, то есть появилась космологическая постоянная, ее надо как-то объяснять. Тут появились физики-теоретики, которые говорят, у нас есть квантовый вакуум. Квантовый вакуум — это вещество, это очень сложная штука в современной физике. Там постоянно рождаются, умирают пары виртуальных частиц. То есть с точки зрения общей теории относительности вакуум обладает энергией и давлением. С точки зрения общей теории относительности вакуум эквивалентен некоторому веществу с отрицательным давлением. И когда мы пытались посчитать плотность этого вещества, она оказалась вот такой вот огромной, 10 в 106 грамм на сантиметр кубический, а наблюдаемая плотность космологической постоянной 10 минус 29 грамм на сантиметр кубический. То есть нашли квантовый вакуум, но как бы на роль космологической постоянной он не очень подходит. Мало того, нашли квантовый вакуум, а что теперь с ним делать? Куда делись вот эти 106 порядков, почему мы их не видим? Да? Почему вот это вот предсказывает такой тяжелый, предсказанный квантовый вакуум никак не влияет на видимое нами расширение Вселенной. Может быть, происходит какая-то компенсация, но компенсация с точностью 130 порядков, придумать естественный механизм, который мог бы это сделать, оказывается достаточно сложно. Вопрос открытый, вопрос для теоретиков больной, и практически путей для его решения в современной физике нет. Есть какие-то идеи, я о них буду позже говорить. Так, другие проблемы теории Большого взрыва, проблемы начальной сингулярности, про нее тоже говорили, проблемы начальных условий. Зачем вообще был в космологию введен инфляционный сценарий? Если мы просто возьмем наш мир и рассмотрим его эволюцию назад во времени, то за то время, которое мы считаем временем жизни Вселенной, он вот в эту самую сингулярность не сожмется, не успеет. Более того, Вселенная, как я уже говорила, на самых больших масштабах очень однородна. Это значит, что изначально она развивалась из некоторой причинной связанной области. Да, как возникла однородность? За счет причинной связи изначальной Вселенной. Так вот, как она такая получилась большая и вся причинно связанная? Вот ответ на этот вопрос нам дал сценарий инфляции.
То есть Вселенная изначально была некоторой очень маленькой причинно-связанной областью, просто за счет вот этой стадии экспоненциального расширения она очень быстро успела очень сильно увеличиться. И на выходе мы имеем наблюдаемую нами Вселенную. Сценарий инфляции приводит к наблюдаемой Вселенной в очень широком диапазоне начальных условий. Это его бесспорное достоинство. Но тем не менее, вообще-то говоря, ничто не мешает начальным условиям на момент зарождения Вселенной, на момент начала инфляции быть такими, чтобы наблюдаемой Вселенной мы не получили на выходе. Так почему же все-таки они были такими, что мы получили нашу наблюдаемую Вселенную? Это вопрос. Также теория Большого Взрыва не дает нам никакого ответа о судьбе дальнейшей нашей Вселенной. Вот картинка, которую нам сегодня показывал Борис, я расскажу о ней немножко подробнее. Сценарий замкнутого мира. Вселенная расширяется до некоторого максимума и потом схлопывается обратно. Вот эта плоская кривая соответствует случаю, когда Вселенная расширяется бесконечно, скорость ее расширения постепенно исчезает, спадает к нулю. Следующая кривая. Вселенная расширяется бесконечно, скорость ее расширения остается постоянной. В этом случае Вселенная расширяется бесконечно, скорость ее расширения все время растет. И самый неутешительный сценарий, так называемый большой разрыв, Вселенная расширяется за конечное время до бесконечного размера. При определенном уравнении состояния лямбда-члена темной энергии, скорость расширения Вселенной будет все время нарастать, что приведет к разрыву постепенно всех связанных систем. Сначала разлетятся скопления галактик, галактики, Солнечная система, разорвутся атомы, и, собственно, наступит так называемый большой разрыв. Так вот, где мы находимся, на какой из этих ветвей, на самом деле не очень понятно. И если уж по-честному, то современные наблюдения, предпочтения ни одной из них не отдают хотя бы с некоторой степенью уверенности. Итак, есть неотвеченные вопросы в космологии, есть неотвеченные вопросы гравитации как таковой, о которых нам говорил Борис, соответственно, есть альтернативные теории гравитации. Поскольку, как я уже говорила, космология является одним из основных полигонов для тестирования современных физических теорий, как теории элементарных частиц, так и теории гравитации, то очень многие альтернативные подходы имеют интересные космологические последствия. Вот о них я и буду рассказывать. Концепция мира на брани. Концепция мира на брани изначально появилась в рамках теории суперструн. Как, я думаю, все слышали, теория суперструн — это струны плюс многомерие, да, 10 измерений. То есть для того, чтобы колебания струны адекватно описывали все нужные нам физические взаимодействия, колебаться эта струна должна в 10-мерном пространстве времени. Что делать с остальными измерениями? Можно вот их компактифицировать, что сегодня долго обсуждали, можно предположить, что они нам недоступны. Что еще интересного в теории суперструн, кроме многомерности? В теории суперструн, что, собственно, представляет собой суперсимметрия? Суперсимметрия — это симметрия между фермионами и бозонами. То есть, грубо говоря, если суперсимметрия у вас не нарушена, энергии достаточно высокие, вещество может превращаться в излучение, излучение — вещество. К чему это ведет? Это ведет к тому, что бозоны и фермионы и квантовые вакуумы компенсируют друг друга. И полная масса квантового вакуума тождественно равна нулю в теории суперструн. Это, конечно, приятно. Другим интересным следствием является наличие магнитных монополий. Магнитные монополии присутствуют, если я не ошибаюсь, во всех теориях суперобъединения. Причем они там не только могут быть, они должны там быть. В теории суперструн они рождаются на ранних стадиях эволюции Вселенной. И магнитные монополии все ищут, как вы знаете. И из того, что мы их не наблюдаем, можно сделать вывод, можно наложить ограничения на плотность магнитных монополий во Вселенной. Как вы знаете, до сих пор магнитные монополии не наблюдались, кроме одного, который в Стэнфорде зажал.
Все, наверное, слышали, да, историю про Стэнфордский магнитный монополь? Нет. Стояла там установка, магнитный монополь при проходе через сверхпроводящую катушку дает вам совершенно четкое такое изменение магнитного потока, которое можно засечь. И вот стояла в Стэнфорде магнитная катушка, и когда никого не было в лаборатории, один раз за все время работы установки, они зафиксировали вот это самое изменение магнитного потока, соответствующее вот прохождению через контур магнитного монополя. Что это было, непонятно, но с тех пор вот все считают, что магнитный монополь во Вселенной один, и тут зажали в Стэнфорд. Значит, магнитные монополии, мы их не видим, но если бы мы их увидели, это было бы достаточно сильным аргументом в пользу теории объединения взаимодействия и теории суперструн в частности. Космологические струны, которые на стадии инфляции растягиваются вместе с пространством времени, временем до космологических масштабов, теоретически можно было бы наблюдать, они гравитируют, ну, должны гравитировать, и испускают при движении в пространстве гравитационные волны, которые мы тоже могли бы засечь, если бы засекали гравитационные волны. Ну и, разумеется, многомерность теории суперструн, модели Мирона Брани. Картинка чудесным образом у нас с Борисом одинаковым в презентации. Что интересно с точки зрения космологии в моделях Мирона Брани? Поскольку через дополнительные измерения может распространяться только гравитация, если вы имеете две браны, на нашей какая-то материя, и на второй брани, допустим, тоже какая-то материя, или черные дыры, ну, гравитация, да, на второй брани. Через дополнительное измерение мы свет от этой материи увидеть не можем, поскольку электромагнитное взаимодействие через дополнительное измерение не распространяется. Но мы можем почувствовать гравитацию от материи или там черных дыр, находящихся на соседней брани. Для наблюдателя на нашей брани это будет выглядеть как некоторое ненаблюдаемое вещество, которое гравитирует. То есть темная материя. Поскольку, как уже говорил Борис, дополнительное измерение может иметь нетривиальную форму, оно может быть искривлено, то расширение пространства-времени можно моделировать просто движением браны к дополнительному измерению. То есть расширение Вселенной, простите. Можно моделировать просто движением браны к дополнительному измерению. Большой взрыв, столкновение двух бран, ну и так далее. Ну, то есть все это с точки зрения космологии достаточно интересно, но, как вы понимаете, с точки зрения общей физики, философии и теории, есть, разумеется, у теории струн определенные проблемы, сторонники и противники, но это уже не нам судить. Идея мультивселенной. Идея мультивселенной, опять же, перешла из разряда околонаучных в научные вместе со сценарием так называемой хаотической инфляции. Я упоминала о проблеме начальных условий, да, то есть почему условия начальные условия Вселенной были такими, что на выходе инфляционного сценария мы получили наблюдаемый мир. Идея мультивселенной говорит нам следующее. На самом деле условия могли быть какие угодно. В ранней Вселенной вещество, физические параметры могли быть распределены в пространстве любым образом, непрерывно, случайно, как хотите. Точно так же и скалярное поле, которое отвечало за инфляцию. Если скалярное поле, которое отвечало за инфляцию в разных точках пространства, имело разную величину, то инфляция в этих областях должна была пойти с разной скоростью, то есть с разной инфляция в этих областях с разной скоростью, простите, длилась бы разное время. Эти области раздулись бы до разных размеров. Какие-то области не стали расширяться бы вообще, инфляция бы в них не пошла. И итоговая Вселенная представляла бы из себя вот такой вот набор пузырей с принципиально различными наборами физических параметров в каждом из них. Пузыри эти между собой, разумеется, оказываются причинно не связанными, и наш мир представляет собой просто один из этих пузырей. Идея, разумеется, красивая, некоторые общие физические принципы в ней соблюдены, но как ее проверить, сами понимаете, принципиально непонятно. Так это или не так, мы можем просто себя утешать тем, что некоторое решение проблемы начальных условий у нас в руках имеется. Следующая интересная теория, которая имеет интересные космологические следствия, это петлевая квантовая гравитация.
Целевая квантовая гравитация очень хороша тем, что, как и теория струн, представляет собой попытку независимого построения общей теории всех физических взаимодействий. То есть многие теории, о которых мы говорили, вот Бранса-Дейки, поправки по кривизне, это попытки модифицировать теорию относительности. А петлевая квантовая гравитация и струны — это попытки построения сразу некоторой новой единой теории физических взаимодействий, в которой гравитация бы уже некоторым образом, естественно, появилась. Не буду подробно останавливаться. Кто хочет, может почитать статьи Ли Смолина. У него есть очень простые, популярно написанные статьи. Суть в чем? В теории петлевой квантовой гравитации пространство и время дискретны, и это является следствием уравнений теории. На математическом уровне это означает, что спектр оператора собственных значений объема и плотности дискретны. То есть объем и площадь. То есть объем и площадь могут принимать только дискретный набор значений. То есть существуют некоторые кванты пространства, да, некоторые минимальные объемчики пространства, из которых все пространство составлено. Получается, что изменение структуры пространства, например, движение частицы, да, какой-то в нем, может происходить тоже только путем дискретных трансформаций вот этой структуры. Набор вот таких вот дискретных трансформаций задает нам дискретное время. И вот мы естественным образом в теории получаем дискретное время и пространство. И из вот этих вот элементарных кирпичиков пространства составляются элементарные частицы. Наличие ограничения на минимально допустимый объем приводит к отсутствию в теории начальной сингулярности. Вселенная при рассмотрении эволюции назад во времени сжимается до некоторого минимального размера и потом начинает расширяться обратно. Весь этот процесс вместе с минимальным состоянием, с минимальным объемом прекрасно описывается уравнениями теории, никаких проблем не возникает. Интересным аспектом является то, что метрика в этой теории, эффективная некоторая метрика, начинает зависеть от энергии. Это значит, что фотоны разных энергий перемещаются в пространстве с разной скоростью. Дисперсия у вас возникает в пустом месте. Величина этого эффекта никак не предсказывается теорией. Ну, разумеется, из наблюдений мы можем сделать вывод, что она очень-очень-очень мала. Однако на космологических расстояниях, по идее, этот эффект мог бы накапливаться. И по наблюдениям гамма-всплесков, далеких квазаров, мы можем накладывать ограничения или искать, другими словами, этот эффект в этих наблюдениях. Было бы, конечно, очень интересно его найти. Также дискретность пространства времени изменяет свойства процесса рассеяния космических лучей высоких энергий. В классике предполагается, что космические лучи высоких энергий рассеиваются на реликтовом излучении, и Земли не могут достигать. Ну, что значит не могут? Там что-то вроде как бы одно событие в 10 лет максимум. В спутниковом эксперименте Агаса вроде как было зарегистрировано аж целых 10 таких событий где-то за год. Данные эти Агаса, они не подтверждены ни другими экспериментами, ни самими, в общем, участниками этого эксперимента. Некоторое сообщение было, но дальнейших никаких сообщений не поступало. Поэтому с уверенностью сказать не могу. Однако, если эти данные подтвердятся, то это, в общем, было бы достаточно серьезным аргументом в пользу петлевой квантовой гравитации. Скалярно-тензорная гравитация — это этим словом называются все те теории, которые Борис вам выписал столбиком, различные виды поправок, скалярное поле, можно дописать еще потенциал скалярного поля вот сюда куда-нибудь. И все это будет называться скалярно-тензорная гравитация. Вот некоторые общие Лагранжан, в теории с Лагранжаном вот такого вида дифференциальные уравнения будут порядка 2К плюс 4. То есть можете себе представить, что лишние поправки добавлять очень и очень и очень не хочется в этот Лагранжан. И так-то дай Боже решить что-нибудь. Общая черта всех этих теорий, опять же, как говорил Борис, что поправки начинают работать по-разному на разных масштабах, и гравитационное взаимодействие в общем и целом теряет свою масштабную инвариантность. То есть на разных масштабах у вас получаются, грубо говоря, разные гравитационные потенциалы. Теория моделирует инфляцию, поправки к ньютоновскому потенциалу на малых масштабах, то есть на средних масштабах, то есть темную материю, темную энергию. И, в общем, понятно, что если у вас есть Лагранжан, который вы пишете свободные от руки, то, в общем и целом, можно смоделировать что угодно. Но
некоторый глубокий смысл у этого всего есть. Это не просто игра с буковками на самом деле. Ведь как нам строить обобщенную теорию гравитации? Она нам нужна, к этому выводу мы уже пришли. Да? Мы можем строить некоторую единую теорию всех физических взаимодействий, но это же целое дело, правда? Пока до этого еще дойдет. Нам тоже нельзя сидеть сложа руки, у нас есть конкретные проблемы в конкретных космологических наблюдениях, которые тоже надо как-то решать. Мы работаем с АТО и хотим двигаться в сторону альтернативной теории гравитации от АТО. Мы предполагаем, что есть некоторая общая теория гравитации, которую мы не знаем. Что нам делать? Нам надо прикинуть ее асимптотики на разных масштабах, да, прикинуть разложение, грубо говоря, этой теории, после чего мы, возможно, сможем понять и написать ее нормальный, полный, адекватный лагранжан. То есть с чего-то надо начинать, что называется. Давайте начинать хотя бы с асимптотик. Вот это, если очень грубо, то глубокий смысл игр вот с, этих, с этими поправками. И в конце, я уже заканчиваю даже, я расскажу о нашей работе. Мы исследовали теорию Брансон-Дики с космологической постоянной. Вот то самое скалярное поле, которое играет роль гравитационной постоянной в теории. Изначально Брансон-Дики в теории своей предполагали, и сейчас это в основном предполагается, что скалярное поле является функцией только времени, от координат не зависит. Кинетический член для скалярного поля. Космологическая постоянная. Космологическая постоянная вообще-то нам не нравится с вами чем, что мы ее вносим в теорию руками. Это некоторое получается принципиально неустранимое свойство пространства-времени. Как бы нехорошо, да, то есть мы взяли и что-то постулировали такое из головы или из наблюдений, большой разницы не имеет. Но, в принципе, можно было бы написать потенциал скалярного поля, это было бы красиво, да. Но потенциал скалярного поля мы тоже будем писать из головы. Какая там у него форма, кто ее знает, кто не знает. Поэтому эффективно мы можем написать космологическую постоянную как бы для учета вклада потенциала скалярного поля, то есть прикрыть потенциал скалярного поля космологической постоянной для простоты. Общая теория относительности получается с теорией Брансон-Дики в пределе омега стремящемся бесконечности. Предел этот надо брать не в лагранжане, разумеется, предел этот надо брать в уравнениях движения. Ограничение на параметр, самое лучшее на сегодняшний день получено по данным космической миссии Кассини-Гюйгенс, это 50 тысяч по модулю. Мы рассматривали плоскую фридмановскую вселенную. Плоская — это значит параметр, ничего уже не видно, параметр k равен нулю. И вот какие получаются уравнения поля. То есть вот она вам, эйнштейновская часть. И вот весь вот этот вот большой вот хвост получается от скалярного поля. А теперь представьте, что было бы еще, если бы здесь еще был параметр k, добавились бы еще дополнительные члены. Мы смотрим полевую материю, материю без давления, тензор энергии импульса, вот если p здесь равно нулю, имеет очень простую форму. Опять же, если бы мы рассматривали материю с давлением, дифференциальные уравнения стали бы такими, что посмотреть страшно. В литературе были исследованы случаи для положительных значений параметра теории Брансон-Дики. Масштабный фактор в такой теории в начале расширения обращается в ноль. То есть это значит, что у вас сингулярность в самом начале. Мы в своем исследовании рассмотрели отрицательные значения параметра теории Брансон-Дики, что меняет структуру решения дифференциальных уравнений достаточно сильно. И в минимуме вы получаете некоторое положительное ненулевое значение масштабного фактора. То есть вот график эволюции масштабного фактора со временем. Вместо нуля вы имеете некоторый отскок. Вселенная, если вы рассматриваете эволюцию назад во времени, сжимается до некоторого конечного объема и начинает снова расширяться. Все функции вот в этом минимуме остаются непрерывными. Эволюция происходит совершенно нормально описываемая с точки зрения классической физики. То есть в чем, собственно, плюс существенный наличие вот этого отскока? Что нам для описания самых ранних стадий эволюции Вселенной квантовая гравитация оказывается не нужна. Вселенная не доходит до квантовых размеров своей эволюции.
до размеров, у которых существенные эффекты квантовой гравитации возможны. Ну, значения тут, конечно, взяты далеки от экспериментальных ограничений, ну, чтобы понагляднее показать вот этот вот отскок. Условия существования отскока, то есть того, чтобы вот, этот, вот, вот эта ямочка находилась над горизонтальной осью, это то, что параметр омега меньше, был бы меньше минус 4/3, то есть некоторое большое отрицательное значение. Разумеется, мы рассматривали плоскую Вселенную, полевую материю, это нынешние времена, это позднятина, что называется. На ранних стадиях эволюции Вселенной, Вселенная была горячая, она была заполнена излучением. Уравнение состояния принципиально другое, плоской Вселенную считать было уже нельзя. Однако аналитическое решение уравнений для радиационно доминированной Вселенной в теории Брадса-Дикинс-космологической постоянно не представляется нам, вообще говоря, возможным. Настолько сложны, оказывается, эти уравнения. Однако можно провести некоторое качественное рассуждение, оценочное, ну, грубо говоря, А меньше Б, Б меньше С. Поэтому мы можем прикинуть, что для радиационно доминированной фазы Вселенной в рассматриваемой нами модели отскок также сохранится. Из таких простых соображений, что на ранней стадии Вселенной, на ранней стадии развития Вселенной должен был происходить нуклеосинтез, да, то есть должны были синтезироваться те самые пресловутые легкие химические элементы. Значит, Вселенная должна была быть очень маленькой, очень плотной и очень горячей. То есть некоторый минимальный размер все-таки у Вселенной был, который необходим для нуклеосинтеза. Размер Вселенной во время отскока был, ну, по крайней мере, не больше, да, чем на стадии нуклеосинтеза. Из этих соображений можно получить вот такое вот, вроде бы с первого взгляда, очень неприятное ограничение на параметр теории. Борис уже упоминал, что параметр омега в теории Брадса-Дики является очень большим, и для очень многих физиков это является аргументом в пользу того, что теория это вообще, говоря, неинтересна. Ну, я, если честно, с этим не очень согласна. То есть много это или мало, 10 в 40-й. Лямбда, например, это 10 минус 29. И с этим числом мы имеем дело, и, в общем, как бы не то, чтобы прямо сильно оно нас беспокоило. С одной стороны. С другой стороны, вот это вот число, омега больше 10 в 40-й, говорит нам о чем? Что теория Брадса-Дики очень мало отличается от общей теории относительности, в то же время позволяя ей при этом избегать начальной сингулярности, не доводя Вселенную до квантовой гравитации. То есть мы с одной стороны имеем нормальное то там, где нам нужно, с другой стороны избегаем сингулярности там, где нам это тоже нужно. То есть вообще говоря, ничего плохого в этом значении нет. Ну, по модулю параметр омега теории Брадса-Дики должен быть отрицательным. Вот вопрос, который был задан на кварках, каким образом мы могли бы наслаждаться этим решением, чем оно нам нравится. Мы получили аналитическое решение, которое совпадает с наблюдаемыми данными на больших временах, но избегает сингулярности в начальный момент жизни Вселенной, дает нам отскок как для модели с полевой материей, так и для радиационно доминированной Вселенной. Все функции сохраняют непрерывность в момент отскока. Но минус, конечно, в том, что хорошо бы вместо космологической постоянной рассмотреть потенциал скалярного поля, но это, вероятно, является темой для будущих исследований. Все. Есть вопрос. Знаете, мне вот не совсем понятно, а почему стадия инфляции прекратилась? Получается, там, то есть расширение пропорционально расстоянию между точками пространства. То есть оно должно все идти, 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 но в какой-то момент почему-то прекращается довольно резко. Правильно? Ну, у вас как бы сами по себе только кошки родятся, правда? Инфляция происходит за счет запасенной потенциальной энергии скалярного поля. Энергия тратится. Я ответила на ваш вопрос? Нет, как бы ответила, да. А что делается с тем, что как бы, ну, получается, Вселенная-то расширялась
начале намного быстрее, чем там скорость света, прям сильно намного. Что с этим делать? Что значит Вселенная расширялась быстрее скорости света? Ну, вот которая сейчас есть. Нет, что значит это предложение? Ну, блин, ну что непонятно? Ну, что значит Вселенная расширялась быстрее скорости света? Я не знаю, я думаю, ну, большинству понятно, что это значит. Кроме специалистов. Я думаю, вот как ты хочешь мерить расширение скорости Вселенной? Ну, от одной точки до другой. А ты разницу и приколотишь их непосредственно к самому пространству времени. Ну, чем, почему, тогда почему нет? Чего? Ну, не знаю, ну, то есть это измерить нельзя. Что? Расширение Вселенной. Борис хочет сказать, что это некорректно поставленный вопрос, поэтому ответ на него кажется противоречащим здравому смыслу. Как у любого некорректно поставленного вопроса. То есть так неправильно говорить, что Вселенная расширялась там быстрее скорости света. Потому что скорость... как бы это сформулировать, Борис? Ну, наверное, что представляемое расширение в пространстве, а Вселенная сама и определяет это пространство. У нас есть ограничение, у нас скорость света, свет материи, у нас нет ограничения на то, какую скоростью будет расширяться Вселенная, потому что, грубо говоря, Вселенная — это арена, а не то, чтобы по ней бегали. Окей, а вот в начале, в самом начале жизни Вселенной материя была? Да. Это хорошо. Нет, нет, материя была на окончании инфляционной стадии, она формируется из оставшейся в запасе потенциальной энергии скалярного поля. То есть не было? Нет. Ну, хорошо, тогда поле, понятно. Материя. Ну, скалярное поле, да. Ну, оно распространялось, но оно распространялось вместе с... Вселенной. Оно присутствовало, в смысле оно не распространялось. То есть оно не распространялось. Мы называем полем то, что есть вообще везде, и от этого нельзя избавиться. Электромагнитное поле. Оно задано в каждой точке. Так, электромагнитное поле, оно есть конечное количество взаимодействия. Мы можем взять коробку, из которой откачаем электромагнитное поле, после чего суем туда два заряда, они взаимодействуют, потому что мы поле выкачали. Мы так сделать не можем. Точно так же скалярное поле. Оно у нас везде. Мы не можем построить коробку, откуда выключить скалярное поле. Оно у нас точно так же было разлито во Вселенную. В нем была энергия. Она растолкнула Вселенную. Потом энергия потратилась. Вселенная перестала расширяться. И начали рождаться частицы одновременно с этим. Из энергии. А почему вдруг резко энергия перестала тратиться на расширение и перешла на составление частиц? Хороший вопрос. До этого энергия тратилась на расширение. Вдруг не надоело, но лично мне нет. Лично мне казалось, что там и частицы были. Просто вся энергия была запасена в поле. Ну, грубо говоря, есть у нас электромагнитное поле в атоме. До атома электрон. У нас может родиться электрон-позитронная пара рядом с ядром. Может. Но там же как не было этих электронов, они не сидели в ряд. У нас было электромагнитное поле. Просто оно таким образом сбрасывает свою энергию. Вот у нас было очень сильное скалярное поле. Оно начало сбрасывать свою энергию и сбрасывало ее посредством того, что Вселенная расширялась, посредством того, что частицы рождаются. Ага, то есть и так, и так. Ну не так, и так. Просто когда логично, Вселенная уже достаточно расширилась, ничего не осталось, кроме того, что очистить. А где этот предел, когда достаточно расширяется? Ребят, то, что сейчас происходит, это как бы попытки обсуждения инфляционного сценария. На самом деле, теория инфляции, это, конечно, очень красиво звучит, но как таковой, прямо вот единой, признанной, зафиксированной теории инфляции, четкой, да, ее нет. Есть очень много инфляционных сценариев. И в определенной степени ответы на разные вопросы будут варьироваться от сценария к сценарию.
Поэтому, если хотите лекцию по инфляции, давайте как-нибудь устроим отдельно лекцию по инфляции. Это сложная тема, достаточно нетривиальная. Собственно, поэтому я советую остановиться на этом как-нибудь отдельно. Собственно, потому что сейчас потому что сейчас по вопросам, по отдельным пытаться восстанавливать инфляционный сценарий, это глухие телефончики у вас, и кинокартины в голове все равно не сложатся. Я могу посоветовать литературу на это все. Собственно, то, что инфляция была, это установленные факты, это установленные электронному излучению. Опять же, способ получить сценарий, где происходят похожие вещи, это не один способ. Да, сценариев очень много разных вариантов потенциала скалярного поля. Соответственно, очень много разных вариантов эволюции. Смотрите, можно еще один вот вообще предельно тупой и некорректный, наверное, вопрос? Можно вычислить точку, где родилась Вселенная? Нет. Ну просто я себе это как представляю. Вот мы берем что-то и разрываем это. Мы можем найти точку, откуда это. Нет, теперь тут не то. Это просто как бы получается. Задача каши. Я могу ответить Игорю, так чтобы он понял. А потом. Вот. А ты видишь? Да. Вот представь, оно становится раз равным нулю. Ладно. То есть у нас четырехмерное пространство, тут бабаха, а Т стало равным нулю. Угу. В какой точке это произошло? Ну... Так. Вот, пошло сразу, потому что оно у нас было как бы одной размерности, а потом бабаха резко стало как бы размерности меньше. Это, в общем-то, даже не многообразие. Ну конус, представь, он же всюду трехмерный, но у него снизу одна точка, которая точка одномерная. Вот тут та же штука, потому что у нас было четырехмерие, а потом вроде как бабах, и должно стать вообще одномерным. Okay. Он вроде понял. Я заменился. Не важно. Еще вопросы? Там где-то был вопрос. Ну, я хотел спросить, вообще, что делать скалярное поле? Что такое? Что такое скалярное поле? Да. Я не очень понимаю такой вопрос у теоретика. В смысле? Ну, при инфляции расширение происходило в скалярном поле. Происходило? А какова природа этого поля? Можно? А какова природа электромагнитного поля? Электромагнитная? Ну что это скалярная? Скалярная природа. На самом деле, можно туда 5 копеек добавить? На самом деле, ваш вопрос действительно достаточно разумный. Вот. И были работы Линды, например, и прочие, где они... То есть вы правы, что действительно для теории инфляции нужно скалярное поле. Так. И когда писалась теория инфляции, был принцип феноменологии. Ну, в переводе на русский язык это означает, что мне нужно скалярное поле, я его туда вставляю, а вопрос, откуда оно взялось, мы будем разбирать потом. Знаете, если у вас теория, так сказать, заработает, вот тогда мы будем разбираться. Потому что если теория не заработает, зачем мы сразу решим кучу входящих вопросов, а потом уже, так сказать, ну, будем стоять у разбитого корыта, потому что у нас ничего не работает. По этой причине, значит, действительно, некоторое время назад пошли работы Линды Калыш. И они действительно, например, одна из идей, что вот это поле, которое скалярное поле дилатон называют, вот, это, например, тот самый дилатон, то есть компоненты G10-10, это струнная теория, о которой говорилось раньше. То, что в коллапсотрине стояло вот внизу. Да. То есть, в принципе, как попытка отождествить. И на самом деле, не очень вспомню, вот у Стивена Хокинга был очень хороший вопрос. Получить космологию как решение М-теории. То есть связать фундаментальные свойства пространства времени с действительно с параметрами инфляции. Это как раз задача, которая собственно, сейчас во многом решается. Вот одно из решений, вот, так сказать, которое то, что я, по крайней мере, помню, я вот сказал, там, да еще туда помню. То есть, если, грубо говоря, то было некое скалярное поле, которое мы назвали инфлатон, что за поле мы не знаем.
Но в современных расширенных теориях гравитации скалярные поля возникают сплошь и рядом, они имеют физический смысл зачастую, да, достаточно существенный, и какой-то из них вполне нам может подойти. Это вопрос. Да. Спасибо. Я так понимаю, это ясности все равно не вызвало, да? Просто я сталкивался с подобными вопросами, непонятно суть, что это, да? То есть, что это за сущность такая, да? В этом вопрос. Ну, смотри. Вспомни историю, как у нас возникло электромагнетизм. Сначала нашли явление, стали говорить об сущности электромагнитного поля. То есть сначала как бы была по большей части философия, а потом шли и выяснили, что это то, что называется векторное поле. То есть тут электромагнетизм создавали от явлений. Они уже так долго просто существовали, что все уже на интуитивном уровне поняли, что это электромагнетизм, и тогда это все понятно, вроде как. А потом уже выяснилось, что это вот то, что можно в математике называть электромагнитным полем. А тут пошли с другой стороны, взяли то, что у нас есть скалярное поле. Просто вот взяли самое простое, потому что так надо сделать, чтобы работало. А потом уже в другую сторону начинают раскручивать, чтобы получить в итоге то же самое. То есть, если ты хочешь услышать какой-то один универсальный ответ, что это, его не будет. В принципе, не будет. Потому что у нас, по сути, нету ответа на вопрос, что такое электромагнитное поле, как говорили. Электромагнитное. Вот такой вот объект у нас есть, мы его вот так описываем и говорим, что это электромагнитное поле. То есть это... То есть вот это скалярное поле, получается, связано с каким-то неизвестным нам пока отдельным видом взаимодействия? Ну, грубо говоря, можно и так сказать. Но не обязательно. Это может быть просто свойство пространства. Ну да, просто вот материя, которую мы нашими словами называем полем. То, что у нее есть определенные свойства, мы говорим, что оно скалярное поле. Ну, никаких слов в нашем языке, чтобы это описать подробнее, ну, просто нет. А сейчас оно на данный момент оно никак не проявляется. Ну как может проявляться, просто мы не видим. Нет, мы пока не видим. Ну почему? Есть статьи, есть работы с заголовками типа новая эра инфляции и так далее. Но вообще классический сценарий инфляции, он подразумевает, что энергия скалярного поля была на этой стадии изначально выработана, в частности, полностью на рождение в итоге классической материи. Да, то есть если новая эра инфляции, то это, вероятно, некоторое новое, да, скалярное поле, которое заработало вот на наших временах. То есть, в принципе, то вот скалярное поле все превратилось, все. Нет, понимаешь, оно не превратилось. Так его энергия вся... Оно не превратилось, оно в потенциальный минимум легло и лежит. И лежит там на уровне квантового вакуума, то есть там где-нибудь опять же рождаются частицы со скалярного поля, схлопнулись, может где-то участвуют в реакциях, но его не видно в реакциях на ускорителе. Просто не видно. То есть то, что мы могли бы увидеть вот его, оно все ушло. То может, что может там вообще не скалярное поле, так вот. Опять же, теории инфляции куча, вагоны маленькая тележка. Нет, но оно не в смысле все ушло, оно лежит в минимуме потенциала. Понимаете, да? Ну, чисто теоретически, если уж мы такие вот прямо рассуждения отвлеченные ведем, то чисто теоретически можно было бы пинок дать, да, оно уже из потенциальной ямки вылетело, начало бы по ней кататься, и у нас бы началась новая эра инфляции, да, при таком раскладе опять бы. Грубо говоря, возбужденное состояние, да, все равно, что шарик катается в потенциальной ямке, вот он энергию свою вырабатывает, отдает. То есть чисто теоретически-то его как бы, ну, куда оно делось, куда оно не делось, да? Ну, он просто можно. Лежит в потенциальном минимуме, да. В принципе, если у нас будет теория, если давайте там пойдем скажем, более, да. Если найти правильный мешок, правильный способ. Да, тут правильное место, то оно да. Еще вопросы? Ну, давайте поблагодарим еще раз. Какая напряженная ситуация, где-то в потенциальной ямке спит скалярное поле. Инфляционное.